Ты погляди, фасолина по своей ниточке не полезла, а через одну, о, как уже замоталась по спиральке. Давай распутываться, надо идти на свое место. Видишь, какая хитренькая. Уж быстро только подвязали, уже вон, уже и сюда ушла. Ой, одной рукой неудобно. Так, перевязала на место. Все остальные вроде по своим веревочкам лезут. Еще воды добавляем. Сидит тут учитель. Сидит, да. Угу. Не учите меня жить, лучше материально помогите. Одни посторонние наблюдатели. Угу. Так. Фейри. Не фейри. А вот мыльные. Обязательно надо добавить. А песок надо? Надо. Позже, что ли? Собака прячется в теньке. Так, что-то там. Хорошие шорты у него, я не пойму. А? Хорошие шорты. Ту-т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 у. Вот на эту, да. Спокуха. Андрюш, не надо. Какой тут шпатель? Хочет помочь. Какой-то еще шпатель. Кто мусор? Только полы помыли. Кто прошел в обуви? Дочь. Ну вот сейчас так и будем заливать. Мешать, заливать. Решили вот бетон нам залить. Думали и про доску эту паркетную. И про что только не думали. Не надо, не надо. Все дорого получается. Очень дорого. Сейчас с деньгами напряженка. Они просто кончились, поэтому зальем бетоном. И пока на этом все. Да, котик? Да. Ну, может, чем-нибудь покроем там потом. Потом все может быть. Ну, пока так. Ну что, решил сначала все залить. За сегодня быстро пошло дело, дождь пошел. Пошел дождик. Ровно делал дел. Теперь такие, как кратеры. Коть, ну он может не на целый день? Ну я надеюсь, что сейчас пройдет. Может, да. Может да. Быть, сегодня и доделаем. Ругается. Дождь кончился, только опять. Говорит, расписюлишься. Вон. Вырезал. Установил и опять пошел. Дочь, это, Антош, а там маленькая тучка, вот она как раз. Ну, она может намочить электроинструмент. Ну, электро, да. Тут тоже только выровнял. Опять кап-кап-кап. Заряжает. Не. Хорошая начинается. Как выходной, так дождь. Продолжаем наше увеселительное мероприятие. Опять кратеры.
только разровняла, опять дождь пошел, опять солнце. В общем, сегодня добьет, наверное, лесенку. Котик мой золотой, да? Не разговаривает со мной. Не разговаривает. Опасно. А если бы себе там что-нибудь поджег? Поджег бы что-нибудь? Ну да, там. Или поджег? Там искры летели. Из-под жоп? Нет, не из-под жоп. Не из-под жоп? Ну это не считается. Летели в интересное место. И не из-под жоп. Нет. Ну что ж, друзья, вчера залили мы все-таки все. Тын-тын-тын-тын, уже даже высохло. Джинни свои лапы тут оставила, как же без нее. Так, знаете, что мы придумали? Вот мы специально не заливали до конца, хотя сначала планировали. Я говорю, давай положим сюда на бетон пластушку. Здесь вот толстый камень под дорожку, а еще же есть вот тоненький такой. Ну, не толстый. Где он? Сейчас. Вон она, вот такая. Я говорю, будет сочетаться вон тоненько, видите? То есть если каменюки были огромные толщиной, то это тоненькое. Я говорю, будет? Я говорю, сочетаться. Тут такая дорожка из пластушки. А-ля натуралочка. И тут пойдет пластушечка по этому. В общем, так и решили. Дешево, сердито. Ну, посмотрим потом, что получится. Но это уже, говорит, не сегодня, наверное, будем. Сейчас, что мои мужики делают, прибирается. Вон, красотун. Все достает с хламовника, с сарая. Тут же там, что-то он, это даже, когда летала кора моя. Сейчас вот это все, все он сказал выносить. Вот представляете, сколько тут хлама. Все это сейчас будут выносить. И как-то раскладывать. А что выносить-то толку? Надо же эти стеллажи сюда тогда. Ну, я понимаю, чтобы составить все красиво. Женя умаялась уже. Мячик у наигралась, мячик валяется. Ну, так и там есть же стеллажи, остались же под цветов. Вы можешь вытащить. Ну, надо сначала разобрать. Сейчас, где он есть. Складывают как раз мусор вон. Телегу, уже пол телеги мусора. Что вот всего везде полно. Коть, а насчет это... В сарае вы убираетесь. Может, туда все-таки стеллажик? Может быть. Чтобы уже, ну, а смысл потом опять стеллаж спускать что-то? Мне кажется, вот выгребсти все, подмести там и стеллажики, нет? Он загрузили, тут травище было столько, куча. Погрузил, сейчас будет вывозить. Ну, не сейчас, чуть попозже. В общем, такие сегодня планы. Уборки, уборки, уборки. Вот тут вот эту горбу тоже. А то как свалка, блин. Жесть тут, чего только нет. Разобрать. Вот этот металл надо вывести в приемку. Он говорит, вдруг мне что понадобится. Я говорю, тогда это вечно будет. В общем. А пластушки нам хватит на лестницу? Мне вот что-то тоже кажется, что не хватит. Докупать надо. Вот. Слушай, она тут одного цвета, да? Или она грязная просто? Она грязная. Просто у нас вон на дорожке она как-то разная. И рыженькая какая-то, и серенькая. Тут в тот раз траву подергала хоть чуть-чуть. А тут вообще заросли, блин. Он ирис стоит так по ирис. А тут что только нет тоже. Это еще эти крылья мы. Навес мягкая. Черепица. Куда ее девать? Собаки накрывать. А, когда доделаем, да? Когда руки дойдут до навеса? Друзья, пластушка разноцветная. Она просто очень-очень грязная. Видите, сколько дерьмище с нее. Да, и тут каждую надо будет помыть, прежде чем приклеить. Понимаете, кто наш не приклеится, такая грязная. Ну, каждую надо будет помыть. Вон сколько грязи с нее. Помыть, подготовить.
Вон, говорю, 6 плиток помыла, грязи навела. Ой. Так, что сейчас делаю? Выкладываю тут, раскладываю сдачки. Чтоб помыть. Её сейчас, может, сказал, керхер притащит. Керхер, но все равно, керхером, не керхером. Надо ее с двух сторон мыть, то переворачивать. А под керхер она еще, может, поулетает. Может, просто придется шлангом. То, что напор, ну там, конечно, делается. Напор. Вот так вот. Присядь. Разложи. Встань. Если... Зарядка. Да, да, вот 8 с небольшим у нас время. Вот. Упал, отжался. И так отлично. Моется без керхера. Керхер. Включишь, он улетит. Вся пластушка. Тут ее, конечно, мало. Нам не хватит, надо будет покупать. Такую уже не купим. Это нам там кто-то дал ее. Чуть-чуть было у него. Там. Нам не надо. Другая надо взять и перемешать. Там доклад, чтобы эту использовать. И ту. А то что ж, одна ступенька один цвет, а другая совсем другая. То есть вот так штука не легко. Это надо докупить и перемешечку. Ну и все. Сколько было, только помыла. Газон превращается опять в свалку. Ой. У нас, друзья, есть 2 гаража и 2, ну, 1 забитый всякой фигней. Давай, давай. Вот, и с учем 2-3 года туда можешь не залазить. Ой, потому что не понадобилось, но оно же все нужное. Все забитое, кошмар. И как там все это разгребать, где там чего искать, это жесть. Вот получается, что у нас сейчас там тоже на цокольном этаже вся комната вот в такой же вот лабуде, чего только нет. Сарай уже забитый. И ума не дашь. Вот надо, конечно, все это разобрать. Мужики сгоняли, выгрузили мусор. Одной тележкой мусора меньше. Кто-то там написал, как у вас красиво в доме. Рум-тур там небольшой сделал. Говорит, а во дворе-то какой? Девчонки, вот когда же у меня будет красиво во дворе, а? Вот когда? Вот этих вот кулюков, баулов. Будет, будет. Когда ты тут был, рышак. Вот он мой. Супер Марио. Покажи бицепс. Покажи бицепс. Мешков полно. Хлама полно. Тут уже траву можно покосить. Подросла. Ну, каждую неделю, походу, косить. Надо. Ну что, вот где? Еще один гномик. Где-то спрятался. Ходит, ругается. Где, говорит, гномик убежал? Он говорит, я в доме, а что ты там делаешь? Убираюсь, а тебе где сказали? Не, нельзя, ни шагу вправо, ни влево. Расстрел. Так, нужен денег. Веня, какой? Их несколько. Какой тебе принести? Ну, какой-нибудь такой плохой. Ну, тогда это... Андрюш, оранжевый веник вот этот, пластмассовый. Принеси, пожалуйста. Просто если мести начнешь, тут пыль вздохнешь. Это кошмар. Картона вот тоже много. Его всегда можно, в принципе, привезти, мне кажется, если он нужен. Нет? Может, это тоже выкинуть? Не знаю, сколько. У тебя картонных коробок там на работе завались. Чего хранить-то? Вот? Ну, не нужно еще. Мне кажется, надо убрать. Одна картонка там вот задета, где это. Где мы кладем лестницу. Пока ее оставить, это надо. Нафиг. На, в тебе лестницу. Как говорят, можно вечно смотреть, как горит костер. И как люди работают. Это тоже не быстро, друзья. Это тоже на улицу картонку тоже выкидывается? Да. Давайте помогу, но просто ты не скажи, что куда, что тебе не нужно, что складывать. Андрюш, это тоже, да, в телегу. Давай. Совочек нужен.
Да? Вот сейчас вот выметим здесь и поставим стеллаж. Ну, сейчас посмотрим, какой стороной дома его будет поставить. И все, там чистенько. И ставь туда уже отсюда, вот туда. Что там нам нужно, не нужно. Тут что-то у тебя, чего только нету вот, на самом деле. И дерьма-то полно всякого. Короче, девчонки, ребятенки, убираемся сегодня. Еще вытащи его. Целая история. Там такая лесенка у нас узенькая. Крутая, вы же знаете. Стеллажик. Котик, выключить надо. Чего? Выключить надо. Автополив, это тут уже затопло. Кое-как доперли. Ну да, верхняя полка ничего тогда бездействует. А, ну что-нибудь мелкое такое можно, знаешь? Там все равно есть зазорчик. Что-нибудь там, я не знаю, плоское положить. Шуруповерт этот, чемоданчик или еще что-то такое, да? Ну вот. Все, теперь сейчас отсюда туда. Отсюда туда. Я уж там чуть-чуть собрала. Где мешок? Вот. Говна, друзья, мокрица побежала. Сверху сейчас смету и потом внизу пойду. Друзья, со своими легкими я тут прям жуть надышусь. Буду маленькими порциями выметать. Иначе караул. Фу, еще маску жить надо. А как же я с ней? Отойди, я тебе на тебя. Все сбегают. Хитрые. Маму тут оставили на произвол. Судьбы сын. Домохозяйка. Давай, хозяйка, блин, дома. Слишком много мне домохозяйничать. Думаю, домохозяйка хрен что делает. Ага. То квартира была 68 метров, а сейчас дом 168 плюс 6 соток земли. Плюс двое детей, плюс собаку еще на город домохозяйки. Ага, хозяйка дома ни хрена не делает. Ну, вам бы так, я говорю, раньше уйдешь на работу, отдыхаешь-то от дома, реально. И работу как на праздник. Два выходных дают, так ты там так вкалываешь, два выходных дома, чтобы бежишь на работу в понедельник. Согласен. Ой, Андрюш, я пока пойду, не могу, мне же тут дышать не могу. Красота, чистота. О, не, сейчас не то, что было. И подмели, и прибрали чуть по чуть. Идем доделывать. Че, котик, еще? Это тоже в гараж? Сарай. Чего хотел пленку? Ну давай вместе, потому что мы ветер. Нам неудобно.